Пронаука – это уникальный формат образовательных интенсивов. Возможность стать студентом на одну ночь или несколько дней и узнать жизнь Казанского федерального университета изнутри. Проект «Пронаука» был запущен 5 лет назад по инициативе ректора Ильшата Гафурова для того, чтобы привлечь к науке максимальное количество людей. Первая серия «Ночного резонанса» состоялась 28 июня 2016 года. Запланированный как центр популяризации знания, проект превратился в массовое гуляние и праздник науки для жителей и гостей города Казани. Участники «Пронауки» могли посетить научно-популярные лекции наших и приглашенных ученых, мастер-классы, а также насладиться демонстрацией опытов и экспериментов. Яркая концертная программа тоже воодушевляла. Каждая из ночей первого запуска проекта была тематической и посвящена памятным датам жизни Казанского федерального университета, событиям в мире науки и инновационным проектам. О великом русском поэте Александре Пушкине рассказал его потомок, барон Александр фон Гревенец. Успех данного проекта не заставил долго ждать. 11 серий проекта посетили в общей сложности более 15,5 тысяч человек. В среднем одна серия собирала от 1,5 до 3 тысяч гостей. А вопрос, когда будет следующая ночь науки, стал самым часто задаваемым. Это стало мотивацией для Альма-Матер продолжить цикл тематических фестивалей. 2017 год был объявлен годом русского математика Лобачевского. Именно поэтому майский проект «Ночной предел» был посвящен важным предметам, которые вы изучали еще со школы – математики и геометрии, а также IT. Технологиям. В программу вошли киберспортивные сражения, игры в очках виртуальной реальности, игра «Что, где, когда» и многое другое. Сентябрь 2018 года. Ночь в Императорском. Мероприятие посвящено году великого русского писателя Льву Толстому. В эти же дни в Казанском федеральном университете проходили традиционные державинские чтения, организованные совместно с Всероссийским государственным университетом юстиции. Тогда в Императорском зале с лекцией выступил вице-президент Толстовского фонда в Нью-Йорке, праправнук декабриста Сергея Волконского Андрей Кощубей. В программе проекта также были заявлены традиционные умные развлечения для детей и взрослых. К примеру, игра на знание детских произведений Толстого, выставка редких книг, мастер-классы по историческим танцам и древней вязи, квест по толстовским местам в Казани. Все желающие смогли улучшить навыки скорочтения и ораторского мастерства, узнать о бытии русской и французской армии времен наполеоновских войн, а также побывать в музеях КФУ. Отдельно можно выделить проект «Наука 0+» 2019 года. В честь своего 215-летия университет решил провести масштабную просветительскую акцию «Научный десант КФУ» и посетить 18 городов и поселков республики. Десантники заранее выезжали в каждый город, занимались подготовкой площадок, на которых в дальнейшем проводились лекции и мастер-классы. «Наука 0+» собрала детей и их родителей со всей столицы Республики Татарстан. Ученые КФУ демонстрировали свои разработки и проводили научно-популярные конкурсы, которые особенно увлекали подрастающих поколение. Абсолютно каждый на науке 0+ смог найти что-то по душе. Для кого-то это был экзотический мир фауно-зоологического музея Казанского федерального, а для кого-то увлекательные лекции про будущее науки и проекты мирового масштаба. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году «Пронаука» переформатировалась в онлайн-версию. Интернет и современные технологии позволили совершить путешествие в мир науки и искусства, даже не вставая с дивана. Космическая навигация и планетные исследования, глобальные катаклизмы и эпидемии, виртуальный мир, вакцины и антибиотики. Перечислить весь список вопросов, поднимавшихся на интенсивах, просто невозможно. В серии «Ночь после новой эры» спикерами выступили не только заслуженные профессоры и преподаватели, но и талантливые молодые исследователи, выпускники и студенты Казанского федерального университета. Что же ждет нас в 2021 году? С 1 по 3 декабря состоится 8-я серия научно-популярного проекта под названием «Ночь великих». В программе лекции о том, как стать Нобелевским лауреатом, придумать свой язык, опыты, эксперименты, а также онлайн-экскурсии по интересным уголкам университета. Особенность проекта «Пронаука» – обучение в виде развлечения. Ночь науки продемонстрировали современные достижения и фундаментальные знания в легкой, доступной форме, в сопровождении зрелищных интерактивов и образовательных шоу. С каждым годом количество гостей заметно возрастает. В самом начале интерес вызывала необычная подача материала и удачно подобранное время. Но сейчас, вне зависимости от выбранного для проведения места или временного периода, количество желающих принять участие исчисляется тысячами. «Пронаука» – это исключительный и оригинальный проект Казанского федерального университета, который вдохновляет на новые открытия.